Марин, ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Марин, выходи за меня замуж. Ты, блин, такой дурак. Я согласна. Подожди, а она ему дает? С друзьями общаться. 50 грамм, и я больше не пью. Смотрите, какой он у вас красавец. Что? Да, он симпатичный. Нафига я полетел на эту днюху? Я же знал, что вот так все и закончится. Только брюнетку чмокал. Это ни хрена сейчас не смешно. У тебя очень большие проблемы. Днюха. Ну что, заходишь или нет? Отмечаем в кино с 30 ноября.